Всемирный день борьбы с онкологией люберчане провели по-спортивному. В Центральном парке для участников губернаторского проекта «Активное долголетие» организовали тренировку по скандинавской ходьбе в поддержку больных раком. 20 спортсменов преодолели 3,5 километра вокруг парка. По шагомеру они прошли 7 тысяч шагов. К традиционному занятию добавили и смысловую нагрузку. Онкология – очень серьезное заболевание, и мы хотели своей активностью поддержать тех людей, которые борются за жизнь. На самом деле они герои, потому что многие из них проявляют такую силу воли, такую волю к жизни, что для тех людей, кто здоров, они пример. Скандинавская ходьба становится все популярнее в округе. Этот вид спорта доступен и полезен для всех возрастов. Участники проекта «Активное долголетие» занимаются по трем направлениям – оздоровительное, спортивное и трекинг-путешествие. Возраст спортсменов от 58 до 85 лет. Организаторы приглашают всех желающих на бесплатные занятия. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.